Здравствуйте, очередная встреча экспертно-аналитического клуба. Обсуждаем наше жаркое политическое лето. Вот, немного о правилах, потому что у нас довольно много людей сегодня, мне кажется, которые первый раз. Так, ну, во-первых, мы ведем запись мероприятия, планируем его выложить в YouTube сегодня вечером, но несмотря на это, несмотря на то, что мы записываем мероприятие, у нас все еще действует правило Chatham House Rule, но действует оно у нас избирательно. Вам нужно перед репликой, которую вы не хотите, чтобы попала в запись, сказать об этом, и мы такую реплику вашу из записи вырежем. Вот. Просим вас по возможности сообщать заранее, потому что потом возникают сложности иногда с тем, чтобы вырезать именно нужные части. Вот. Да, в общем, основное правило сказал. Вадим, Валерия. Да, давайте. Пожалуйста. Еще раз всем добрый день. Давайте начинать. Тогда, наверное, представлю сегодня наших основных спикеров, мы так называем, потому что у нас на экспертных клубах у нас чаще всего большинство наших гостей и сами вполне могут быть спикерами, а часто и бывают спикерами на других наших встречах. А, Валерия, тогда, может быть, ты начинай по сути. И сегодня наши основные спикеры — это Анатолий Паньковский, редактор сайта экспертного сообщества «Беларуси. Наше мнение» и «Белорусского ежегодника». Анатолий, привет. Привет. Петр Рудковский, директор Белорусского института стратегических исследований. Привет, Аня. Здравствуйте. И также Петр Кузнецов, основатель сайта «Сильные новости. Гомель». Приветствую. Всем привет. Да, сегодня у нас получился очень... Мы всегда как-то следим за разнообразием, у нас получился очень разнообразный экспертный клуб. Сегодня все наши основные спикеры вещают из регионов, а модерируем мы из Минска. Я Вадим Мажейко, Белорусский институт стратегических исследований, и передаю слово Валерии Костюговой, наше мнение. Здравствуйте, друзья. Мы собрались, чтобы обсудить... Прежде всего, то, чего мы уже достигли, и что мы можем отметить, вот, как мы можем диагностировать ситуацию и записать в актив белорусскому обществу. Антон, Юра Дракохруст пишет, что не ту ты ссылку какую-то ему кинул, попробуй еще раз. Я предлагаю начать с Петра Рудковского и прошу вас, Петр, рассказать о своем видении, что бы вы отметили в качестве достижений. Спасибо, коллеги. Ну, год тому здесь так есть и возможности похвастаться, а также есть возможности уколоть самого себя за некоторые экспертные ошибки. Но похвастаться можно тем, что год назад наш институт констатировал рост спроса на демократию, анализируя международные обзоры ценностей, в особенности The Economist Intelligence Unit, Freedom House, то есть там не только общие параметры, но тоже вникая там в эти детальные параметры, ну, выкладывалась такая картина, что спрос на демократию в Беларуси довольно большой, даже больше, чем в других странах региона. Вопрос только стоял в том, насколько высокую цену белорусы готовы платить за отстаивание демократических принципов. Ну и здесь это вот было неожиданно, что да, высокую цену белорусы готовы платить. Ну, с другой стороны, вот первые дни после выборов, мое интервью для настоящего времени был вопрос, насколько вероятно, что рабочие
разных предприятий присоединяться к забастовкам или хотя бы, будут забастовки, я тогда сказал, что это будут единицы. Мне казалось, что рабочие, они слишком сильно, слишком многое могут потерять и слишком большой уровень влияния на них со стороны властей. Оказалось, что очень сильная, очень реальная попытка со стороны очень большого, счет идет в тысячи предприятий, государственных предприятий было предпринято, чтобы таким образом повлиять на политическую, не сказать, даже это не совсем хорошее определение, не политическую, а на то, чтобы в Беларуси вернуть верховенство закона. Вот, то есть не с экономической повесткой, а именно вот с той повесткой такой стратегической. То есть остановить вот эту систему фальсификации выборов и другие формы нарушения закона. Конечно, начало нового этапа. Неизвестно, сколько этот новый этап продлится. Но вот это движение снизу вверх, оно пошло, оно идет. Оно коснулось всех, буквально всех сфер общества, в том числе номенклатуры, так называемой, или структур власти, самых разных структур власти, от телевидения через министерства и до силовиков. Мы, конечно, многое для нас закрыто. Я просто хочу послушать, Саша. То есть ты слушаешь. Но мы вдруг... Да-да. Не можем заглянуть внутрь, но можно догадываться, что по крайней мере, мотивационная составляющая номенклатуры, в том числе и силовиков, очень сильно надорвана. Чтобы работать на сохранение режима или развитие хотя бы, и тем более развитие этой нынешней политической структуры, нет особой мотивации. То, что делается, это уже делается исходя из таких рисков, страха за свою жизнь, здоровье жизни, близких. Это очень-очень слабый мотиватор. Поэтому можем быть уверенными, что мотивационная составляющая внутри силового блока номенклатуры, она очень надорвана этой ситуацией. Но сколько сможет эта система работать, воспроизводя эту систему страха, может некоторое время. Тут многое можно сделать, запугивая, но в долгосрочной перспективе это очень-очень крайне сложно будет. Скорее всего, просто какое-то преобразование будет в ближайшем будущем. Но не стоит слишком сильно надеяться, в смысле какого-то радикальные такие изменения, вряд ли можно будет в ближайшее время произвести, но процесс запущен, в смысле он идет. Валерия, не слышно вас, включите микрофон, пожалуйста. Спасибо, говорю, Петр, да. Прям совсем готова согласиться, если можно. И предлагаю развить Анатолию Паньковскому эту повестку. Уже мне? Тебе. Меня поставили в конец гонки, ладно. Тебя поставили в начало гонки, если смотреть по анонсу. Ладно, хорошо. Мы говорим о достижениях. У меня тут есть какой-то такой длинный список. Хотя это достижения могут быть не достижениями с другой точки зрения, в зависимости, в каком месте поля политического мы находимся. Я бы все-таки назвал такие элементы достижений. Мы вчера видели, что для того, кто находился в такой точке политического поля, как вертолет над Минском, что то, что для многих было достижением, казалось, что крысы бегут. Так что, конечно, оценка зависит от точки зрения. Да, конечно,
надо сказать все-таки о беспрецедентной активности белорусов, политической активности, которая, может быть, ненадолго, но отвоевали улицу, освободили большинство политзаключенных, задержанных во время минских протестов. Во-вторых, я бы хотел отметить консолидацию каких-то профессиональных сообществ, вот, начиная от медиков, там, филармоний, Купаловский театр и так далее. Вы знаете, белорусы очень какие-то дисциплинированные люди. И то, что мне раньше представлялось сильной стороной режима, вышло каким-то другим боком. Понимаете, они выходят вот этими профессиональными группами, построившись, очень организованно, вот такие оказались в результате белорусы. Вот. Разверну немножко тезис Петры. Действительно, я согласен, что очень важно, что к этому общенациональному протесту подключились практически все крупные предприятия, и даже не очень крупные, потому что пролетариат в историческом плане – это очень важная вещь. И это знают не только поклонники марксизма-ленинизма, но и исследователи, поскольку история подмигивает нам оранжевыми касками пролетариата. Конечно, я бы отдельно упомянул восхождение гражданского общества. Любая революция, я не побоюсь все-таки этого слова, по большому счету, начиная с традиции Великой Французской революции, это демонтаж старого политического порядка, когда на сцену выходит гражданское общество. Мы уже наблюдали во время пандемии его какую-то самоорганизующуюся активность. И теперь мы продолжаем это наблюдать в виде создания фонда солидарности и десятков каких-то инициатив, направленных на поддержку белорусов в этой сложной исторической ситуации. В целом, обобщая какие-то вот эти изменения или достижения, наверное, не то слово, я бы хотел сказать, что мы имеем дело, мне кажется, не просто с какими-то протестами и не с политической революцией, а с социальной революцией. Есть такое направление в социологии революции, которое начинается, видимо, с Петерима Сорокина. Это первая волна, и есть, допустим, книжка. Алло. Да-да, мы тебя слышим. Да. Вот. Лайфорда Эдвардс. Лайфорд Эдвардс, чикагский историк. У него есть книжка «Естественная история революции». Можете там в гугле набрать. И вы сможете ознакомиться с какими-то признаками социальной революции. Дело в том, что мы ее, видимо, как-то пропустили, ведь политическая революция – это эпизод, венчающий социальные изменения, которых мы, может быть, не наблюдали ранее. Они происходили уже несколько лет. И неожиданно мы оказываемся вот в новой совершенно ситуации. А ведь революция, по большому счету, это демонтаж иерархии. Все знают, что такое иерархия. Я вам расскажу о некоторой ее особенности, любой иерархии. Дело в том, что если взять такую детскую игру, есть кубики, то верхние звенья снимаются легче и проще, чем нижние. Поскольку если мы вынимаем несколько кубиков снизу, то вся иерархия может там покоситься или вообще как бы рухнуть. Если мы меняем какого-то министра, это проходит незаметно. И сейчас происходит какой-то демонтаж иерархии, в котором участвуют низовые звенья, специалисты, высококвалифицированные рабочие. В общем-то, то, что лежит в основе социальной пирамиды, то есть какие-то такие классы. И если Лукашенко говорит о том, что мы сейчас заменим там кого-то, там шахтеров, украинскими и так далее, это все не будет работать, поскольку в движение пришли
нижние этажи всего того, что вот строилось и окостеневало в течение этих 20 с лишним лет. По-моему, время начинает выходить у меня, и поскольку это не курс лекции, благодарю за внимание. Спасибо, Анатолий. Валерий все еще отключен микрофон, поэтому я тоже поблагодарю Анатолия и, наверное, тогда передам дальше слово Петру Кузнецову. Как это видится, я не знаю, из Гомеля, из медиасреды, или как тут лучше сформулировать, с какой точки зрения? Да, мне очень важно, с какой точки зрения, как это видится. Сейчас точки зрения все более-менее похожи. Ну, кроме той точки зрения, которая на вертолете. Вот. Ну, чтобы просто чтобы не повторяться, потому что очень много уже было сказано, я на такие вещи обращу внимание, что в первую очередь мне бросается в глаза, и что я считаю несомненным достижением, то есть несомненно позитивным таким фактором, это сам характер этого протеста, этих всех событий, которые сейчас происходят, вот как раз в контексте присоединения к нему, к этому протесту вот рабочих, да, притом рабочих с политическими требованиями. То есть очень бросается в глаза то, что этот политический кризис, эти протесты, они не экономические, они от плохого уровня жизни, они от неудовлетворенности, скажем так, моральным обликом власти, сформулируем это таким образом, да, то есть, как говорил Петр Рудковский с самого начала, это очень ценностная такая мотивация, то есть это запрос на законность, это запрос на право, это запрос в конечном итоге, значит, на демократию. Притом, вот анализируя, например, вот как бы те заводы, которые вступили в забастовки, я, например, обратил внимание, что на такой факт, что, ну, по большей части бастуют как раз очень успешные самодостаточные предприятия, то есть где у рабочих хорошие зарплаты. На МЗКТ прекрасные зарплаты у людей, БелАЗ очень успешное предприятие, гродненские предприятия все успешные. И наоборот, например, Гумсельмаш так и никто и не смог раскачать, потому что он вот дотационный глубоко, да, и вот много других заводов и предприятий, которые именно дотационные, то есть неуспешные, они остались ко всему этому равнодушными. Это тоже еще раз говорит о мотивации людей. То есть даже просто по пирамиде Маслоу наши люди, это вот очень хороший момент в том, что наше общество в большинстве своем доросло до политического протеста вот именно с такой мотивацией. Значит, это вот очень важный момент, да, я, ну, как бы не буду говорить о том, что и так бросается в глаза, это и самоорганизация общества, и волонтерские инициативы, об этом сейчас очень много и пишут, и говорят. Но я еще об одной вещи тогда коротко скажу, попробую. То есть это, возможно, очень пафосно так прозвучит и чересчур оптимистично. Но самым главным, как бы, достижением всего того, что сейчас происходит, я считаю то, что система наша, она по большому счету уже сломалась. Она, по большому счету, существует во многом, продолжает существовать по инерции, потому что, естественно, она не может развалиться моментально на составляющие. Но фишка в том, что в течение всех этих лет она существовала и держалась очень крепко на трех важных факторах. Значит, это пропаганда, она же ложь, это популярность Лукашенко, либо пассивная готовность населения его терпеть, и это система наказаний. То есть я не говорю силовики, я не говорю страх, потому что это не только страх, это система наказаний, она намного шире, чем просто действия силовиков. Это в том числе и контрактная система, возможность увольнять рабочих, да, и постоянно висящий над каждым гражданином в Беларуси дамоклов меч этого возможного наказания за инакомыслие, в зависимости от того, какое место этот человек в обществе занимает. И вот то, что если мы сейчас посмотрим на то, что происходит, то, ну, система пропаганды и лжи, она, так сказать, во-первых, разбилась о свободный интернет, а на финальной стадии она вообще практически в физическом смысле сломалась, потому что даже сотрудники БТ и УНТ там забастовали, да, то есть это уже не работает. А Лукашенко своим поведением в период пандемии коронавируса, он, в общем, довел белорусов до того, что они четко сказали, что мы тебя терпеть не будем больше, то есть популярности и готовности терпеть как таковой не осталось.
и потеряла всякий смысл система этих, вот эта система наказаний широкая, потому что всю страну наказать невозможно. Невозможно уволить всех, значит, всех рабочих заводов, все те пару миллионов человек, которые не за него проголосовали, весь тот миллион человек, который во всей Беларуси поучаствовал в мероприятиях. Это невозможно. То есть можно продолжать точечные репрессии, это можно еще делать очень долго по инерции. Но смысл любой системы наказания, он в том, что наказание должно быть неотвратимым. Если уже люди попробовали и пришли к тому, что всех не накажешь, этого джина в бутылку назад загнать нельзя. И поэтому, может быть, я чересчур оптимистичен, но вот как бы обобщая то, что сейчас происходит, я убежден, что сейчас идет обратный отсчет. Какое-то время вот все это еще будет продолжаться, он так просто не уйдет, естественно, и ничего не изменится. Но огромное достижение всего белорусского народа последних месяцев, оно в том, что вот эти три оковы, да, три столпа системы, они были, в общем, надломаны, и, по сути, сейчас идет в системе такой период полураспада. Вот, ну, если коротко, то так. Спасибо, да, Петр. Период полураспада, да, это, мне кажется, хорошая метафора, которая как раз показывает, что период полураспада — это то, что иногда нельзя поторопить сильнее, чем оно есть уже, но, с другой стороны, полураспад, он неизбежно, в общем, обратно его там затолкать в реактор, как же белорусы, особенно в Габрифе, знают, что обратно уже затолкать тоже как-то не получается. Остается, в общем, ждать. Ждать и действовать, что-то делать. Да, не просто ну, да. Да, да, безусловно, когда там поют там, кино, мы ждем перемен, это не в смысле, мы сидим на диване и ждем перемен. Имеется в виду что-то другое. Ну, просто понимать, что это уже неизбежно, то есть поэтому не опускать руки, не успокаиваться, как бы, а просто уже идти до конца в своей цели. Спасибо, Петр. Тогда, Валерия, может, мы будем переходить ко второму вопросу, который во многом... Может, наоборот, у нас нет рук, никто не хочет добавить что-то, или ты, например, сам. Потому что, ты знаешь, ну вот все, что я, наверное, хотела сказать, уже сказано, мне фактически добавить нечего. То есть, ну, мне нравится это про период полураспада, потому что я, может быть, ну, не знаю, мне кажется, как-то немножко цинично, да, вот Екатерина сейчас добавит тогда отлично, может, так, ну, немножко так на это глядя, не знаю, можно сказать цинично, можно сказать профессионально, но, ну, мне кажется, было очевидно, что, конечно, никакими протестами нельзя там, коренным образом прям вот решить все проблемы за один день или одну неделю, так, ну, просто не бывает. Я уже, многие здесь уже там, метафору услышали, вспоминали про то, что даже там, когда в Польше после всех там лета военного положения и всего остального начался круглый стол между Юрозельским и Солидарностью, даже тогда он длился несколько месяцев, и хотя в историческом контексте это кажется просто точкой, но вообще-то он длился какое-то длительное время. Поэтому, конечно, какой-то период будет нужен, но действительно, мы, как бы, мне кажется, ждали этого очень много лет. Там кто-то более коротко, кто-то там еще дольше. Но поэтому можно еще подождать на немного, ничего страшного. Ничего страшного, если система изменится там, не завтра, чем через месяц, или через полгода, или через год. Вопрос, конечно, да, как только что правильно обсудили, не ждать, сидя на диване, а действуя. Ну, в принципе, сам факт ожидания — это неприятно, но, в общем, не смертельно. Да, руки еще Анатолий хотел добавить. Екатерина и Андрей, да. Мы начинаем раунд дискуссии, да, насколько я понимаю? Ну, я думаю, в первом вопросе, может быть, добавим про достижения, а потом вернемся к спикерам и к нашему плану. Хорошо, но я, например, вижу, вот Андрей Лаврухин хочет тоже. Да-да-да, я же говорю, Анатолий, Екатерина и Андрей, да. Хорошо, да. Вот. Хорошо, могу говорить? Нет? Да-да. Спасибо. Я, видимо, не закончил там выступление, забыв назвать еще один такой достиженческий параметр, как формирование новых политических групп. Если мы говорим обо всем лете, а не о горячем августе, этот процесс как-то пошел, и это было удивительно, как политические инвестиции появляются у людей, которые ранее их не имели. Я не имею в виду обязательно реальные, но, может быть, символические инвестиции. И речь идет не о приходе какой-то новой позиции,
на политическую сцену. И о какой-то глобальной реконфигурации факторов, которые, может быть, ранее лежали в основе всей этой мозаики, но теперь мы видим, что появляются новые политические субъекты. Они сейчас находятся в стадии формирования, и мы их еще увидим. Причем я не имею в виду обязательно Координационный совет или что-то еще другое. Вот. И, а можешь какие-то, вот, какие-то примеры привести, кого ты имеешь в виду? Там, не знаю, условно, там, Прокопьев это сюда или это не сюда? Или какие-то другие примеры? Да, существует масса примеров, даже какие-то вот там бизнес-группы, скажем так, какие-то бизнесмены начинают как бы координироваться и выгоняют работников, выгоняют, не знаю, такое слово. Как-то так похоже на то, что выгоняют, идите на митинг, сегодня работы нет. Вот. То есть происходят какие-то интересные вещи, которые не всегда вот заметны, которые не всегда подмечают СМИ. Я считаю, что идет процесс формирования новой политической субъектности. Я уж не знаю, там многое появится из гражданского общества и так далее, но это эффект политизации. Конечно, политизация пойдет на убыль, но многие из тех, кто впервые вдруг оказались, я не знаю, на площади или на Окрестина, они это не забудут, они уже будут участвовать в политике. Так же, как сегодня участвует, там, например, Дмитриев или там, уж не знаю, можно упоминать это имя или нет, Конопатская. Упоминать в СУЕ. Вот, по крайней мере, Анна в Фейсбуке ставила «интересуюсь» нашим мероприятием, не знаю, регистрировалась ли. Нет, не регистрировалась. Я просто так обозначил. Она просто интересуется, понятно. Но она еще в стадии формирования политического субъекта. Да, извините, а курить можно? Ничего, если я закурю? Мы можем обозначить, что курение вредит вашему здоровью, и с этим дисклеймером пустить. Просто я не знал, можно курить в сети или нет. Да, пожалуйста, Анатолий. Да, я думаю, правил таких нет. Да. Я думаю, что сигаретный дым не распространяется по Zoom, поэтому какая же проблема? Кто знает. Можно уже, да? Хорошо. Давай. Давай, да. Так вам проще Екатерина раньше руку поднимала. Может, соблюдем гендерную последовательность. Как скажете. Если Екатерина, я готов пропустить. Пожалуйста. Давайте я коротко еще отмечу, что я заметила издалека, что я вижу по своим друзьям-белорусам, которые проживают в Бельгии, потому что те процессы, которые происходят в диаспоре, часто отражают процессы, которые вообще в самой стране. И вот я замечаю, что белорусы себя начинают воспринимать иначе. То есть, если раньше было очень типично для белорусов уходить в детей, уходить в работу, не интересоваться политикой, стараться не обращать внимания, что происходит вообще в Беларуси, потому что было вот такое отчаяние очень у многих, и воспринимали события, происходящие в Беларуси, с болью, то сейчас, как бы, мне кажется, что вот такое зарождается ощущение себя храбрыми, смелыми белорусами, которые могут что-то изменить, что судьба их в их руках. То есть вот такое вот достижение белорусов вижу в данной, как бы, вот, можно сказать, уже революции, в течение этой революции. И второе, вот еще особенность, которую я заметила, это в патриархальном белорусском обществе тоже роль женщин тоже выходит на первый план. Например, есть вещи, которые, допустим, в Бельгии абсолютно, то есть, нормальные, и равенство зарплат, ну, хотя, конечно, существует некая разница между зарплатами еще, даже и в Бельгии, но Бельгия все-таки это страна, которая пошла дальше в вопросе прав женщин и так далее. И сейчас, благодаря Светлане Тихановской и еще вот этому трио, да, женскому, тоже женщины себя зарекомендовали как лидеры, как ответственные за судьбу страны и так далее. И мы это видели еще, второй очень важный такой этап был, когда вот женщины, преодолев страх 12-го, по-моему, числа, да, августа,
вышли на улицы после вот этих вот просто ужасных событий, которые происходили в Беларуси, то есть набрались смелости, это вот был еще один такой тоже, мне кажется, очень важный этап вообще формирования тоже белорусов как нации, то есть для сплочения и также повышения роли женщины вообще, как социальной и политической тоже в Беларуси. Кстати, да, спасибо. Спасибо, Екатерина. Все время обращаю внимание, что такое эта кампания, что такое поражение такого махрового сексизма Лукашенко, который рассказывал, что белорусы никогда президентом женщину, да что вы. И тут, и когда все там толпы заводских рабочих кричат, когда они голосовали за Тихановскую, это такой просто прекрасный пример, что все такие, там можно по-разному относиться к деталям, но вот такие, конечно, старые, совсем уж махровые сексистские вещи, ну, как бы не отражают настроение общества. Андрей? Да, я просто, ну, во-первых, хотел узнать, сколько времени, чтобы там Валерия просит, чтобы укладывались как-то. Да, укладываться это всегда Андрей, хорошо. Час, я в магазин схожу. Пока. Максимум час, хорошо, понял это. Ну, чуть-чуть, короче. Я хотел бы сказать, что вот я, может быть, не буду тогда очень сильно удаляться вот в эту общую политическую рамку, которая действительно предоставила возможность. Вот произошла такой слом аффектации, о котором Щитцова пишет, в частности, да, когда апатия превратилась в гнев. Такая вот психологическая важная, коллективная психология слом, да. И он был вызван, безусловно, вот той структурой мотивации, которая сложилась за эти месяцы. Она связана, безусловно, с жертвами, с пытками, с теми травмами, которые вызывают уже апатию и абьюзивные отношения, их углубление, да, то есть соотношение жертвы и палача, когда мы зависимы друг от друга. А вот появилась часть в обществе, это часть общества, все-таки мы должны понимать, да, которая заявила протест, да, и стала вот, решила порвать с этими абьюзивными отношениями. Я вот об этом написал такую статью, надеюсь, что она когда-нибудь все-таки появится в свет. Сегодня ночью. Ну, прекрасно. Значит, тогда я не буду в эту сторону удаляться, а вот какое достижение мне видится тоже, исходя из того, что Анатолий говорил о социальной революции. Мне кажется, я вот сейчас в последнее время смотрю, это касается моей уже такой экспертной деятельности, связанной с образованием. Вы знаете, что многие родители сейчас ставят вопрос, а стоит ли им вообще идти в школу, вести детей в школу, с учетом вот этого, значит, девальвации имиджа преподавателя, многих очень острых вопросов, последнего фразы Лукашенко о том, что нужно, значит, тогда увольнять учителей. Ну и в целом, я так понимаю, что и на детей, в принципе, он не сказал о детях, но вообще-то дети же будут спрашивать у учителей тоже, да, как им быть, значит, с детьми-то, собственно. Ну вот, допустим, учителей начнут увольнять, а детей что, да? То есть возникают очень важные острые проблемы. И к чему это может привести? При всех негативных сторонах дела, мне кажется, что это одновременно окно возможностей для таких вот социальных структурных трансформаций в сфере образования. Потому что сейчас будет расти неизбежно спрос на, значит, индивидуальные планы обучения, на домашнее репетиторство, на частные школы. Значит, причем инфраструктурно это будет обеспечено и уволенными или ушедшими учителями, которые по тем или иным соображениям не хотят работать в системе, государственной системе среднего образования, и учениками и родителями, то есть вот те самые стейкхолдеры, которых никак не могли раскачать мы, эксперты там всякие, да, и провайдеры всех реформ, на самом деле вот эта нынешняя ситуация оказалась в силу вот этих драматических событий, стрессовых, которые фактически, да, выбрасывают из системы вот этих инакомыслящих, протестно настроенных людей, которые проникнуты гневом и готовы порвать этот абьюзивный контракт, они будут создавать новые инфраструктурные вот такие ниши в сфере образования, и тем самым создавать вот такие, значит, как раз таки анклавы, скажем так, альтернативной реальности, по меньшей мере связанные с образованием. А через образование это будет мультипликация ценностей, и в дальнейшем этот будет механизм, видимо, работать. Вопрос, конечно, остается открытым, по какому пути здесь будет идти, да, если это будет, скажем, насколько на это будет, как будет на это реагировать государство, будет ли оно, например, облегчать, как в качестве компромисса, да, в этой ситуации, да, на политические уступки не пойдет, но вот, например, возьмет, облегчит, да, там, открытие частных школ или сделает послабление для вот такого тьюторства, для индивидуальных планов и так далее. Да? То есть вот в этом плане готово ли пойти будет государство? Это вопрос, мне кажется, в ближайшие дни. И, собственно, с 1 сентября мы увидим новую волну вот такого рода социального протеста, социальных трансформаций. И будем видеть, насколько эти окна возможностей открываются, насколько они реализуемы, насколько они могут предоставить вот
такое измерение новой жизни, да, которое мы могли бы тогда назвать, наверное, ну, я так надеюсь, могли бы назвать завоеванием в том числе вот, вот этих наших протестов. Спасибо. Спасибо, Андрей. Я, наверное, может быть, только добавил, мне кажется, там, любые слова власти о том, что, значит, увольнять всех там недовольных или несогласных учителей, мне кажется, это еще больше шапка закидательства, чем предложение увольнять. Скот пошел такое эхо. То есть, кажется, еще большая шапка закидательства, чем предложение увольнять бастующих рабочих там, прямо целыми предприятиями, потому что, учитывая там то те зарплаты, которые есть в белорусских учителей, то положение, какие-то дополнительные нагрузки, которые у них есть. И, если, говоря, если оттуда там уволят тысячи людей, я просто не представляю, где власть найдет новых к началу учебного года. Так что, мне кажется, все будет такие общие слова. По факту мы, скажем, возвращаемся к тезису, Петр говорил о том, что всех как бы увольнять слишком массово нельзя, потому что уволить коллективы всех тех там 100 школ, где посчитали правильно голоса, это что же будет система образования к первому числа. Ну, это и мотивация, это речь идет не только о том, что понятно, что это такая риторика, значит, главы государства. Но я уверен, что это не в меньшей степени будет инициировано как раз-таки стейкхолдерами, родителями, учителями самими, для которых вот даже прежний контракт, прежние условия без изменений будут просто уже неприемлемы. Дело не в этом, да, то есть вот главный гнев, который сейчас исходит, в том числе и от носителей вот таких, да, настроенных, значит, протестно настроенных преподавателей, родителей, ну и детей потом они же тоже будут транслировать, особенно те в старших классах, он уже будет считать статус-кво, а больше ничего власть же не может предложить. В лучшем случае, что она может предложить, уже будет неприемлемым. В этом смысле, по-моему, это совершенно не важно, как это будет играть роль, да, там, это шапка закидательская, или действительно найдутся директора, которые начнут реализовывать этот призыв. Более того, как мы знаем, что есть такие директора, которые с запасом даже прогибаются, вот, опережающим образом начинают реализовывать, да, значит, вот, мне кажется, это неизбежная тенденция. Ну, там есть разные. Спасибо. Валерия? Да, я хочу Андрея поддержать в этом вопросе, напомнив про то, как фактически родители и, скажем, передовые учителя обломали планы Лукашенко относительно образования во время, в окончании прошлого учебного года, во время эпидемии COVID. И никакие его громы и молнии не спасли ситуацию, просто дети не ходили в школу. Вот. И хотела вот еще что добавить по поводу того, что мы высказали в качестве, да, достижений и даже немного затронув возможности, добавить то, что то, что мы все отмечаем, это везде, конечно, отмечается, но все-таки это, конечно, что белорусы очень и очень продвинулись по пути строительства нации. Нации, да, да. Да, и теперь, конечно, бело-красный, белый флаг, символ этой нации, он совершенно другое уже значение приобрел в ходе вот этой борьбы за свои права. Я не знаю, прошу прощения, говорил ли Петр и коллеги о феминизации как такой гуманизирующем факторе, да? Очевидно, что, значит, Ева Сутина, и это еще один образ, который наряду с Ефросиньей Полоцкой будет усиливать эту феминизацию. А феминизацию я понимаю как драйвер модернизации и гуманизации общества, да? И вот в этом отношении, при том, что, да, брутальность, мы там не знаем, что ей противопоставить, но по большому счету все-таки именно женщины усмирили, значит, вот этот агрессивный этос, милитаристский этос властей. И это, безусловно, я не знаю, говорили об этом или нет, а если даже говорили, ничего страшного, нужно будет еще раз повторить, да, что вот на самом деле это такой очень важный драйвер и мотор гуманизации общества, который нельзя недооценивать, несмотря на, казалось бы, эфемерные такие инструменты и способы воздействия. Спасибо. Есть ли у нас еще, кстати, руки по поводу каких-то побед и достижений? Да, Антон, да, отлично. Значит, во-первых, в чате есть вопрос от Милана Чернова, это graduate student Оксфордского университета про мотивацию силовых структур.
А во-вторых, есть рука от Галины Кашевской. Так что, не знаю, давайте Галина... Ну, это может быть тогда... Да, давайте сейчас разберемся, давайте, может быть, с достижениями, потом, да, перейдем к вопросам по поводу, да, мотивации силовых структур. Мы вернемся. Тогда, Галина, у вас что-то Галина. Про победы? Да, я хочу достаточно кратко, и, в принципе, в контексте того, что обсуждали, я подключилась немножко позже, достижения и возможности. На что обращают внимание вот вокруг, то, что я читаю и сама слышу, и обсуждаю еще с коллегами и друзьями, роль женщин. И знаете, в контексте чего? Первое, вот эти цепочки женские, и никто не смеет, даже сам Лукашенко сказал, что никто не будет нападать, типа, если на женщин мы, типа, не нападаем. Очень большая роль. Но здесь же, вот в контексте возможностей, мне даже сказал американский друг, профессор психологии, он говорит, почему вам не воздействовать на силовиков через их жен, через их женщин. И я вспомнила, помните, был фильм «Лисистрата», когда эти женщины остановили там войну со Спартой, да, когда они отказали им в любви, они, значит, стирать, мыть, убирать и так далее. И здесь фактически есть какое-то такое рациональное, наверное, что какие-то возможности здесь надо использовать, потому что я просто думаю, вот женщины, у них дети, у всех силовиков, у всех учителей, у всех там членов правительства, у них есть дети, у них есть жены, у них есть друзья, их дети пойдут в школы. И я все время думаю, а как же они там будут все-таки, как к ним будут обращаться в их сообществе? Ну, то есть я вот здесь вижу такую возможность, что эта роль женщины, она должна как-то усиливаться для того, чтобы вот эту напряженность снять. И даже на сторону граждан, на сторону протестного движения, в поддержку привлекать все больше, так сказать, структуры силовые и парламент тот же самый и так далее. И второй вопрос – это политизация. Очень выросла вот эта политизация действительно граждан, и здесь важен вопрос даже защита, самозащита и поддержка нашего вот этого координационного совета. Вчера выступал там, или не вчера, а Латушко выступал на днях. То есть я послушала, и там его было заявление, то есть когда возбудили уголовное дело против членов КС, и на самом деле сегодня уже там забрали Ковалькова, да, получается ситуация такая, что а как их защитить? И он, а на самом деле многие вокруг меня, там и в Лондоне друг, и тот же американец, вам надо создавать партии политические. И тогда возникает вопрос, и Латушко конкретно сказал, говорит, вступайте в члены КС. Чем больше будет граждан вступит в этот координационный совет, не в президиум, в координационный совет. Тем, говорит, всех не арестуют, всех не привлекут к уголовной ответственности. И здесь тогда вопрос вот этого единения и взаимоподдержки всех граждан. Это первое. Ну и второе, на базе этого КС можно будет тогда и, наверное, партию создавать. То есть, ну вот такая возможность появляется. Ну, вот это то, что я так вижу, достижение возможностей, которые можно использовать в будущем. Спасибо, Галина, спасибо. Ну что, есть ли у нас еще кто-то, кто хотел по достижениям высказаться? Или давайте тогда поднимемся дальше с нашими основными спикерами по вопросам, и потом, да, перейдем к вопросам-ответам. Нет, я больше не вижу, давайте, наверное, двигаться дальше. Ну что, тогда давайте про стереотипы. О чем вот мы говорили с Валерией, действительно, наверное, это лето, это в том числе лето такой реакции на стереотипы белорусской политики, потому что, наверное, какие-то из них, может быть, подтвердились, а какие-то, наоборот, были улицы просто там жесточайше опровергнуты. Вот, наверное, я уже, по сути, это таким фальстартом начал, когда говорил о том, что стереотип Александра Лукашенко про такой вот махровый сексизм был, ну, просто совершеннейшим образом улицей опровергнут. Оказалось, что нет, совершенно нормально. Все там заводские рабочие могут всем цехом голосовать за Светлану Тихановскую. Их вообще совершенно не смущает, что она женщина. А какие еще видим стереотипы, которые, может быть, или были опровергнуты вот так же радикально, или, наоборот, может быть, какие-то подтвердились и вот реализовались на практике? Давайте, наверное, может быть, в том же порядке, как и начинали? Петр? Петр? Стереотипы, да, извините. Так.
Да, стереотипы опровергнуты или, наоборот, значит, подтверждены. Стереотипы, то есть устойчивое воображение о какой-то социальной группе. Вот, какие здесь могли быть стереотипы. Ну, ну впрочем, значит, ну, каждый стереотип, он вмещает в себя какую-то там долю правды, большую или меньшую. Там, это стереотипы, это вообще... значит, нормальное функционирование человеческого мозга, то есть невозможно всю действительность во всех всевозможных нюансах воспринимать, в том числе и социальную действительность. Поэтому здесь вопрос не столько, какие там стереотипы были так полностью там отвержены. Может, какие-то подтвердились, наоборот, да. В какой мере, лучше задать вопрос, в какой мере мы должны модифицировать наше воображение о вот этих частичных истинах о белорусах, белорусках. Вот. Ну, что толерантный, померкованный белорусский народ, я думаю, что подтвердилось и модифицировалось. То есть вот эти мирные протесты, очень культурные, взвешенные, без лишних там эксцессов. То есть, ну, в ситуации, когда вовлекаются в какое-то движение тысячи, 10 тысяч, сотни тысяч людей, это повышается, очень сильно повышается вероятность того, что там будут, ну, самые разные элементы, так немножко, грубо говоря. Вот, но здесь, даже когда появлялись такие вот элементы, то есть там радикальные, деструктивные и так далее, они все-таки ассимилировались вот этой культурной, взвешенной, эластической в своем действии массой в таком хорошем смысле слова. Это вот то, что, ну, мне, например, очень позитивно впечатлило. То есть белорусский народ, который вот... Да, является толерантным, является вот этим умеренным, в то же самое время очень настойчивым в требовании некоторых таких фундаментальных вещей. Это одна вещь. Другая вещь, насколько эластичен. Вот я, ну, там, эксперт с определенным академическим бэкграундом, там, магистерская, докторская степень. И я вот эти последние две недели я в каком-то смысле учился от белорусов, вот от граждан белорусов, которые, ну, в своей подавляющей массе абсолютно не являются там экспертами. Учился в чем? Учился вот такой эластичности и политической прагматичности. Вот, и, ну, может немножко это звучать пафосно, но все-таки, ну, как-то сопоставляя и с теоретическими знаниями, и с знаниями об эмпирических исследованиях, каким образом оптимально вот преодолевались авторитарные системы, ну, на каждом шагу вот вижу, что действие вот этих, ну, протестного руха, оно очень грамотное. То есть без лишних там эксцессов, с сохранением такой большой гибкости, одновременно с сохранением этого стержня требований, это остается все время на такой постоянной повестке дня, там 3 или 4, 5 порывах пунктов, они постоянные, они скоростные, это дает единство этому движению, вот, в плане вот такой, значит, сосредоточенности на таких стержневых принципах здесь есть, а что касается тактики, способа деятельности, здесь такая большая гибкость и креативность. Это действительно так впечатлило, ну и, ну, принудило пересмотреть многие воображения о белорусском обществе. Ну, я и до этого так, значит, не сказать, чтобы имел какое-то там плохое мнение о белорусском обществе. Ну, всегда видел большой потенциал в белорусском обществе, но не думал, что вот такие вещи увижу в этом протестном движении. Спасибо, Петр. Анатолий?
Мы говорим о стереотипах, да? Да, стереотипах подтвержденных или наоборот, может быть, разрушенных. Ну, как редактор большого числа текстов, я кое-что знаю про стереотипы. И самое, ну, в первый черед я бы поставил стереотип широко распространенный. Я не говорю о том, что я разделял или не разделял его, а о том, что он существовал до этого лета. Стереотип о том, что игнор может работать как эффективный инструмент противостояния авторитарному режиму или даже демонтажу его. Вот. Это не так. Потому что, в принципе, власть, во-первых, устраивает то, что люди не идут на выборы, игнорируют их. И более того, я скажу, что даже, как выяснилось, избирательная система не рассчитана на такое количество голосующих. Мы видели, как произошел локдаун ее. Огромные очереди людей, которые стояли на улице и не могли проголосовать. Мощность нашей избирательной системы не рассчитана на самом деле на какие-то там 87% политические, вернее, населения, имеющего политические права. Стереотип о бойкоте выборов, в общем-то, оказался несостоятельным, я считаю. Второй стереотип касается политического лидерства. И уже в передачах, я во многих текстах и наших украинских коллег, российских, вот передачи Невзорова, они там говорят, все это очень интересно, но нет политического лидера. Вот. Самая интересная вещь, даже поразительная, может быть, для меня, в том, что все дело идет без явных общенациональных лидеров и нормально себе вот так вот развивается. И это удивительно, поскольку всем всегда казалось, что он должен быть обязательно. Политический лидер или там единый кандидат. Вы знаете, очень много споров было об этом вот едином кандидате. Отсутствие таких крупных лидеров общенационального масштаба в техническом плане это хорошо, поскольку их трудно арестовать тогда. Всех. Зачинщиков и буйных. Вот настоящих буйных мало, да, как говорится, вот нету вожаков. А, во-вторых, это показывает, что самоорганизующийся, ну, потенциал самоорганизации общества выше, чем мы ранее предполагали. Это тоже был какой-то стереотип о том, что нет начальника, значит, нет, вот ничего не будет такого особенного. То есть мы ранее жили, получается, в эпоху какого-то сакрализованного начальника. А сейчас я вот наблюдаю, как там на митингах, в Гродно, везде там люди и выходят, и что они говорят этим начальникам? То есть это тоже элемент сокрушения каких-то иерархий, я вот не знаю там, что новый мэр Гродно будет делать с этим населением? Долго ли он сможет ими так сказать, управлять? Это не означает, что вообще отсутствует феномен политического лидерства, но он как-то изменился и существенно. Получается, что какие-то маленькие координаторы или какие-то люди, скажем так, без тотальной ответственности, очень способны, обладают возможностью как-то организовывать какие-то локальные акции, которые в итоге сливаются в какую-то более масштабную картину. Вот. В-третьих, и это связано с феноменом политического лидерства. Я раньше читал о том, что, ну, как происходит процесс перетекания голосов от одних кандидатов к других, но как бы не до конца верил. И мы видели, как голоса, протестные голоса от Бабарика, там впоследствии Цепкалы перетекали в конечном итоге к Светлане Тихановской. То есть власть рассчитывала на то, что мы убираем, значит, там лидеров гонки, и гонка гасится из-за того, что там как бы едут более слабые маленькие автомобили. Ничего подобного. Процесс начинает, вот протестный потенциал нарастает,
в том числе и за счет каких-то, казалось бы, первоначально незначительных вот этих как бы фигур, им делегируются какие-то полномочия, и в конечном итоге все идет к тому, что, в принципе, революцию может возглавить пустое место. Вот такая интересная штука получается насчет этих стереотипов. Да, получается, что они как-то связаны, эти стереотипы, вот с тем, что мы увидели. То есть мы видели, что мы жили в каком-то обществе с четкой иерархией, с определенным культом насилия, героизацией насилия, скажем так. И просто словно мы перешли к какому-то другому вообще типу организации общества, где иерархия... Нет, мы еще не перешли, но любая... Почему я подчеркиваю, что это социальная революция? Это демонтаж существующих иерархий. Где уже не надо ни Ленина там, ни лидера солидарности, я забыл там, Лех Валенцев. Все будет работать без них. Оказывается, это удивительная штука. Мы наблюдаем это, вот, и это может быть уроки для всемирного значения, для других стран. Вот. Да. Ну, они могут быть уроками, если будет успех. А пока его нет, к сожалению, мы торопимся с уроками. Толя, не опережай события. Ну да, еще про будущее еще поговорим дальше. Хотел бы услышать до Петра Кузнецова. У меня еще были замечания, вижу, у Екатерины тоже есть рука. Петр, пожалуйста. Ну, мне кажется, что анализировать, насколько те или иные стереотипы белорусской политики себя подтвердили либо дискредитировали, на самом деле еще достаточно преждевременно, потому что многие процессы сейчас еще находятся в динамике. И мне многие вещи, они еще как бы непонятно до конца, каким образом именно они развиваются. Тут есть очень... Ну, то есть, если мы даже вот возьмем... начинаем анализировать по каким-то конкретным моментам, да, вот пресловутая толерантность. С одной стороны, это такой, ну, это же такой стереотип, что да, с одной стороны, вот белорусов всегда говорили, что они толерантны, потому что они все терпят. А вот в этом году они перестали все терпеть, да, вроде бы как стереотип сломан, но с другой стороны, они продолжили мирно себя исключительно вести, и таким образом, вроде как стереотип подтвержден. Да, я могу сказать только сейчас, что один стереотип подтверждается на 100%, это тот стереотип, что для существующей белорусской власти нету фактически никаких правовых и иных сдерживающих факторов в стремлении неограниченно эту власть сохранять. И, так сказать, единовластно ее монопольно удерживать. Многие... и подтверждают себя. Прошу прощения, что-то... Да, это работающий стереотип, согласен. Ну, просто я вот сразу соглашусь. Да, да. И с другой стороны, как бы, наверное, это все и логично, что сейчас именно так обстоят дела, потому что стереотипов о белорусской политике вообще действующих, ну, реальных стереотипов, наверное, могло быть и должно было быть крайне, крайне мало, потому что в Беларуси не было никогда нормальной политической жизни. И для формирования нормальных, сколько-нибудь, так сказать, релевантных стереотипов просто не было никогда никакой почвы, кроме той, которую давал своими высказываниями президент, либо титульная оппозиция своими действиями и отсутствием, либо отсутствием этих действий. Вот. И возможно, что это хорошо, потому что сейчас, когда общество вступает в настоящую политическую активизацию, в настоящее такое политическое возбуждение, но, опять же, может быть, это преждевременно. Ну, если в идеальном варианте все-таки как бы революция случится и система будет демонтирована, то фактически мы вступим без лишнего багажа, значит, каких-то ненужных абсолютно нам в будущем вещей. То есть, если мы говорим сейчас о том, что белорусская нация формируется прямо сейчас, что события эти очень сильно подталкивают формирование у нас политической белорусской нации, то аналогично они и очень сильно подталкивают сейчас формирование у нас политической культуры и, соответственно, тех или иных моделей поведения, которые впоследствии стереотипами-то и становятся.
Спасибо, Петр. Я бы, наверное, тогда еще, да, помимо рука Екатерины и Андрей хотел добавить. Я очень хотел обратить внимание на два, мне кажется, очень важных стереотипа, которые, мне кажется, были опровергнуты. И, во-первых, это, конечно, такой стереотип о том, что вот белорус — это моя хата с краю. Это, наверное, при этом началось не только во время выборов, это очень сильно проявилось еще во время ковида, когда мы увидели просто огромную волну солидарности, когда выяснилось, что белорусы и могут, и способны самостоятельно на уровне такой низовой гражданской самоорганизации решать просто чрезвычайно серьезные вызовы, потому что мы же все понимаем, что проблема протажа, обеспечения всех больниц, средствами защиты и всем остальным, это проблема, которая стояла не только перед белорусской системой, а, в общем, перед всеми странами, даже самыми развитыми и передовыми, это тоже было серьезной проблемой. И тот ответ, который мы видели со стороны белорусского общества, где нашлись и те, кто в необходимых количествах жертвовал деньги, и те, кто умел все это правильно логистически организовать, вот сила солидарности мы увидели тогда. Хотя, конечно, сейчас на фоне сборов солидарности к репрессиям, там уже больше 4 миллионов долларов, конечно, прошлый сбор этих 375 тысяч долларов на ковид уже кажется таким несерьезным рекордом, но буквально пару месяцев назад он им был. И вот эта солидарность, она становится тоже очень важным, мне кажется, кирпичиком, в том числе, когда мы говорим о формировании нации. И вторая вещь, такая, может быть, уже более локальная, касающаяся именно политического. У нас ведь, наверное, практически все президентские кампании, в том числе, если не брать 2015 год, сводились к тому, что если мы собираемся делать какой-то протест, вся кампания, она ведет к некой кульминации в одной точке, в том числе физической точке. Что протест будет на площади, он будет в один вечер после выборов, на него приедет вся страна из всех регионов, и все будут протестовать в одном месте, и тут-то, как говорится, по замыслу, наверное, тех, кто это делал, так будет победа, если будет достаточно людей. А белорусы сейчас показали, что, оказывается, протестовать, когда 9-го и прикрывали постоянно центр города, оказалось, что для протеста подходит вообще любое место. Оказалось, что протестовать можно в спальном районе Минска, можно протестовать во дворе. Оказалось, что можно протестовать параллельно во всех регионах. Оказалось, что можно протестовать в агрогородках и поселках. Да, конечно, если бы месяц назад мы спросили каких-нибудь именитых политологов любых, спросили, какие перспективы протеста в агрогородках уличного, конечно, казалось бы, что нет. А оказалось, что протестовать можно везде. Совсем понятно, что для этого нужна такая наверное, огромная политизация общества, иначе это не будет возможным. Но оказалось, что для протестов совсем не обязательно собираться только в одной точке. Хотя мы видим сейчас в эту кампанию и этот инструмент активно используется, протесты по воскресеньям, но оказалось, что можно и по-другому, если нет возможности, в том числе, собраться в центре. И это те вещи, которые тот опыт, который, что мне кажется, особенно ценно, он с нами останется, в общем, независимо от того, что и когда трансформируется в белорусской власти. Это просто опыт, который мы теперь про себя знаем. Например, мы знаем, что если будет какой-то огромный вызов перед обществом, всем понятный, то мы способны на такую солидарность. Может быть, это будет политика, может быть, эпидемия, может быть, что-то еще, о чем мы сейчас не думаем. Это просто что-то новое, что мы выучили про белорусское общество. Давай тогда продолжим. Как были руки, Екатерина, Андрей, кто-то еще. Я и коротко еще отмечу, что меня поразило в данной ситуации. Во-первых, запрос на демократию. Потому что вообще среди иностранных исследователей по Беларуси имеется такой стереотип, что белорусы принимают социальный контракт. То есть согласны, стабильность и работа в обмен на лояльность властям. То есть, а здесь мы видим то есть требования в основном политические, то есть проведение прозрачных выборов, то есть люди искренне возмутились тем, что их не допустили как наблюдатели на участке во время избирательной кампании. То есть вот это меня, например, поразило. И еще меня поразило, что в такой авторитарной стране до сих пор то есть не было уничтожено то есть творческий потенциал нации, потому что мы видим, что какие белорусы были творческими, какие плакаты они сделали то есть для того, чтобы протестовать против режима. То есть это творчество, оно меня поразило.
Вот. И еще, что такой вот тоже стереотип о белорусах, так, что белорусы партизаны, вот это тоже, мне кажется, что это подтверждается, что сейчас белорусы настроены на продолжение протеста в новых формах, не только выходить на улицы, то есть для того, чтобы показать свою как бы численность, но в то же и время и делать такие партизанские такие, действия. Например, там, учиться, например, только у своих преподавателей или выдавать зарплату в конвертах или снимать массово валюту. И то есть такие партизанские, то есть такие вот действия. Спасибо. Кстати, спасибо, Екатерина. Мне про партизанское действительно очень интересный взгляд. Мы, глядя раньше на какие-то вот там партизанское, скорее как кто-то может тихое, незаметное, а вообще, если так подумать, партизанская борьба — это ведь противоположность тому, чтобы, собраться в большую армию и вот один раз там провести генеральное сражение. А в партизанской борьбе не бывает генеральных сражений, но зато партизанская борьба — это что-то очень долгосрочное. Это не люди, которые там перегорели и решили с партизан вернуться обратно. Партизаны — это то, когда люди готовы к очень долгосрочным солидарным действиям, так если подумать. Андрей? Да, я по нескольким тоже пройдусь таким стереотипом. Но первый касается, собственно, того, о чем, по-моему, говорил как раз Петр Кузнецов. Я разовью только немножко по-другому, скажу эту мысль о том, что вообще действительно у нас, по большому счету, извините, а ты где? В Палачинском городке где-то сидишь? Я вижу там как бы... Да, в Палачинском городке. Я уже давно протестую возле стелы, разбил палатку большую и в ней сижу. Присоединяйтесь все, да. Значит, первое, что хотел сказать, вот то, что, собственно, политика олицетворялась у нас одним человеком. И в общем и целом это было и артикулировалось так, что вы не лезьте в политику, я занимаюсь этим, есть специально обученные люди, но главное это я, отвечаю за политику. Вот главный стереотип, что и во многом он работал. В принципе, говорю, наверное, он умеет, является каким-то. Вот этот стереотип о том, что один человек вполне может заниматься политикой, решать, он такой был решало, всех вопросов и проблем, вот этот стереотип рухнул окончательно и бесповоротно. Более того, сегодня мы понимаем, что этот стереотип, который по-прежнему официальные эксперты продолжают как аргумент предъявлять, что если не Лукашенко, а он гарант стабильности, то государство рухнет. Для всех стало понятно, что вообще сам Лукашенко и его окружение представляют представляет наибольшую угрозу вообще, самому государству и жизни, жизни граждан, собственно, тех, из которых это государство и общество и составляется. И в этом смысле вот этот стереотип, который очень силен был, если не Лукашенко, этот шест рухнет, то тогда вся наша палатка сложится. Мне кажется, это очень важный такой, он девальвировался целиком и полностью. Второй важный стереотип, который был очень долго у оппозиции политической. Значит, долгое время считалось, что если выйдет 200 тысяч человек на улицу, все, режим рухнет. Ничего подобного. Мы увидели, что ничего подобного, режим не рухнул. И вот это выводит на очень важный второй момент, связанный с теми стереотипами, которые не было опровергнуто, который подтвердился, на мой взгляд, что все-таки в политическом смысле наше сообщество недостаточно решительно, это нельзя сказать о том, что оно, это плохо или хорошо, потому что, мы могли бы сказать, мы пошли по сценарию там украинскому насилию, неизвестно, чем бы это закончилось, насколько он успешен, скорее нет, Но, тем не менее, мы политических целей так и не достигли, сейчас, по меньшей мере, в острую фазу, протестов. И в этом отношении это такой, мне, на мой взгляд, подтвердился, что все-таки по-прежнему белорусы недостаточно решительны в той воле, которую они... Отчасти это снимается тем, о чем говорилось, что стратегия, тактика другая, это партизанские, это нерешительные боевые действия, не одна битва, а это такое растянутое во времени партизанское движение, где происходит эрозия в разных местах. Возможно, этот аргумент снимается. Следующий стереотип связан действительно с тем, что у нас есть масса какая-то, болото, которое, электоральное, которое не владеет ни языком, политическим, ни в состоянии артикулировать свои интересы, ни, вообще проявлять какую бы то ни было политическую волю. Вот этот стереотип тоже был разрушен, очевидно, Мы увидели, что на самом деле
ну, не знаю, там вот, например, одна из женщин из Нафтана, которая вела, она вообще готовый политический лидер. Она настолько умело формулирует мысли, и мы увидели вообще из вот этих представителей рабочих коллективов, фактически готовых, там, Лехов в Валенции, да, вот их несколько причем появилось, и они вот так себя артикулировали вполне на таком языке, который, ну, не даже наши оппозиционные, там, системные политики владеют. Им, например, если мы сравним с Черичным, извините, за, так сказать, да, вот, увидим и с некоторыми другими. Значит, вот это очень важный такой момент. Я также бы сказал, что вот очень важный стереотип о том, что белорусы очень конфликты внутри самих себя, что они разъединены и постоянно, вот это бульбосрач, да, который у нас есть, такое словечко, любят друг друга, значит, как только вот там что-то появляется, еще не медведь, значит, ну, уже делят шкуру медведя, начинаются какие-то распри. Удивительно, но вот в этих экстремальных ситуациях, вот в этой ситуации мы увидели, что никаких даже намеков на это не было, по меньшей мере, из того, что видно было в публичном пространстве и поле. Значит, и все требования разных коллективов абсолютно били в одну точку. То есть как бы не было никаких там, да, тянуть одеяло, а мы себе, значит, вот там увеличим зарплату, попросим, а мы еще что-то. То есть не было никакого такого партикулярного, да, интереса. Ну вот, наверное, и все, что я хотел сказать. Спасибо. Так, кстати, спасибо, Андрей. Я вот согласился действительно с последним пунктом. То, что меня лично очень вот так вдохновляло, это я вот специально все, которые в публичном поле находил вот эти, значит, декларации требований рабочих заводов, иногда написанные так немножко коряво от руки, на листике, на бумаге в клеточку с мятом, но насколько они все повторяли пункты, там, да, прекратить насилие, освободить политзаключенных и хотим новые честные выборы, насколько они все четко это артикулировали там, в разных формулировках, в суть сохранялась реально у всех, которые я видел. Это было вдохновляюще. То есть насколько было вот это вот единство, понятно, только по базовым пунктам, как только там будут эти самые новые выборы и детали, тут обнаружится, что в деталях все могут расходиться. Но вот это единство по базовым принципиальным пунктам, это действительно очень хорошая вещь. Антон. Так, можно еще последнее? Да, еще Анатолия рука. Да, да, я просто хотел сказать бы еще вот последнее, наверное, то, что вот для меня было как гуманитария, да, так сказать, соцгума, представители соцгума, да, впечатляющим образом, потому что на самом деле ведь вот дегуманизация на уровне образования колоссальная происходила, и, в общем-то, и на уровне там, да, вот этой, как бы, сокращение всяких там предметов и прочих. Все, значит, в школах, в университетах и на уровне демонстрации каких-то вот такой ультрапрагматистских ценностей, да, то есть когда все эти гуманитарные ценности и прочие гуманные установки, они, ну, как бы выходили из этой системы координат, они вообще не были в ней. И вот поразило, насколько были все потрясены вот этими, значит, насилием, да, и пытками, и всем остальным, именно из рабочей среды людьми в том числе, да, прежде всего, вот они несли вот этот на острие морального гнева, морального, да, вот этого потрясенности морального гнева, и вот в этом чувстве потрясенности моральной... На острие ножа. Да, да, вот они как бы оказались как раз-таки в каком-то смысле даже... ну, образцом, примером для подражания, потому что они рисковали гораздо больше, чем многие из нас своей работой и своими, да, вот такими. Вот это вот, мне кажется, тоже важно. А можно я вот скажу еще насчет решительности? Я просто хотел добавить. Я просто живу недалеко от Универсама Рига. Вот. Все знают Универсам Рига. Я как раз Универсам Рига я не имел в виду. Но надо сказать, что вот, например, вчера я разговаривал со своим знакомым из Москвы, российским журналистом Ильей Азаром. Вот Илья говорил, что как бы такого уровня беспредела и такого уровня насилия, который применяли силовики, он не может сопоставить вообще ни с чем. А человек очень опытный, побывавший много везде, много где. И надо сказать, что люди, несмотря ни на что, выходили под шумовые гранаты. Они, значит, делали баррикады. И тут был отмечен женский протест, но, в общем говоря, мужской протест, который был как бы в эти три дня довольно активный, он вообще тоже сыграл свою роль, как мне кажется. Я его просто наблюдал. Я к тому, manpower.
Ну, да, хочется так немножко просто отметить эту часть тоже. Вот. Ну, у нас как бы гендерное равенство и важность обоих гендеров. Как бы один протест он поддерживал другое, да, к солидарности тоже, в общем, важно, насколько они друг друга дополняли, как это было круто. Лежа, ну, и, наверное, Да, и Петра, и Анатолия, да, и вижу, Андрей тоже хочет добавить, да. Нет, пусть уже тогда говорят. Ну, мне кажется, конечно, вот то, что как-то выскочило, лежало на поверхности, конечно, стереотип о том, что все-таки силовики, да, они там крутят, винтят, но они все-таки вежливо как-то это делают, был такой стереотип у граждан. Никто не ожидал, что возможно такое брутальное насилие. Мне кажется, вот это тоже очень важный стереотип о том, что у силовиков белорусских есть какие-то тормоза, нормы, какие-то ограничители. Мне кажется, вот это главное, наверное, то, что лежит на поверхности, поэтому так сразу и не заметилось. Вот это то, что действительно просто шокировало всех. Вот, вот было ожидание, был стереотип, что все-таки силовики, у них есть какие-то границы, они какие-то берега знают. Но вот то, как показал опыт, ничего подобного. И более того, да, вот это сегодняшний мем, там, белорусская гестапо, это, в общем, недалеко от истины, как оказалось. Либо, да. Анатолий и Петр. Анатолий, давно уже руку тянет. Да, мы продолжаем говорить про стереотипы, и мне кажется, мы мешаем стереотипы экспертного сообщества с какими-то народными стереотипами, там, партизаны, там, знаете, толерантные. Это разные вещи все-таки. Там, нет, белорусы не толерантные. И там, когда снимают вот показывают фотографии там Караника и так, других людей с Кавказа, вот типа вот они возглавляют жестокость. Нет. Это люди просто пытаются не знать о том, что да, белорусы жестокие, они злопамятные, и я лично записываю всех врагов в блокнот, и нет ни одного, кем бы я не рассчитался. Это прекрасная иллюстрация жестокости и злопамятности. Нет, белорусы не толерантны, это неправда. Что касается конфликтности, Андрей говорил, вот этого элемента единения, эмоциональной такой солидарности не должны как бы заслонить главное. Этот стереотип, который останется, потому что сфера политики конфликтна, политики будут бороться друг с другом, и это нормально. Это нормально для всех стран. Мы тут как бы не являемся каким-то уникальным случаем. Вот. Ведь вопрос в том, чтобы вообще-то эту конкуренцию, борьбу с друг с другом вывести на какой-то как бы институциональный уровень нормальный, а не о том, чтобы ну, конфликт исчез. Нам как раз Лукашенко представлял наше общество как некое бесконфликтное, полное единение, радости с этими полями, с пшеницей, там, я не знаю, с чем, со всем этим, со всей этой фигней, вот, как бы, которую якобы все разделяют. Ну, этого нет и этого не будет. Вот, конфликт остается базовой характеристикой любого политического поля. Если мы там, нам с этого самого, знаете, БТ там пишут, слово такое, добавляют несколько букв, получается из БТ ругательное слово. Вот там показывают, как там во Франции, какой ужас, вот эти все протесты. Вы знаете, во Франции этот протест и драка с полицейскими, это институциональная форма вообще политики. Там это все нормально. У них как каждый год выходит кто-то, там сжигают автомобили, их там немножко, значит, полицейские полируют. И в следующем году все то же самое. Дело в том, что вот этот бесконечный протест уличный является элементом французской демократии, старейшей в мире. Спасибо. Пока все, да? Да. А те, кто вовремя не будут давать Анатолию слово, попадут в тетрадочку. Ну, я вижу еще две... Петр Кузнецов. Да, я еще две руки поднятые вижу. Отлично. Мою еще посчитай, моя третья. В развитии вот этих тем, что сейчас говорили про гендер и про силовиков. Знаете, я в последние
дни очень много общался с разными людьми, даже не по своей прямой, так сказать, работе. Просто интересно было изучать реакцию людей из разных сторон на то, что происходит. В том числе и с людьми, так сказать, которые в государственной системе работают, общался. И меня очень удивило момент, что как минимум два человека достаточно четко сказали, что что Лукашенко сделал две грандиозные ошибки, которые похоронили его перспективы его избирательной кампании, то есть отвернули от него все население. Значит, первое — это, само собой разумеется, ковид, а второе — это тот момент, когда он высказался о том, что президентом Беларуси не может быть женщина. И вот по отзывам даже вот людей, которые работают там, я говорю, как минимум два человека вот именно вот в таком виде это сформулировали. Да, я понимаю, что это, ну, близко к правде и близко к истине. И если мы говорим о стереотипах, то как минимум это разрушает стереотип о том, что в Беларуси существует патриархальное общество. Mm. То есть в глубоком и в широком смысле. Потому что такими высказываниями он даже Ермошину спровоцировал публично с ним не согласиться, понимаете? Это же, с этим же даже Ермошина вступила в спор. Да, и вот, значит, но здесь же, да, как я говорил вот ранее, то есть сейчас вот эти все попытки анализировать стереотипы наталкиваются на кучу противоречий. И, возвращаясь к силовикам, да, то есть правильно было сказано, что огромную роль все равно сыграл мужской протест в то же время, да, то есть мы видим свидетельство того, что у нас тут не патриархальное общество, но если, положа руку на сердце, говорить честно, как оно все было, то, ну, множество видеороликов есть о том, что на улицах первые две ночи было сопротивление. И было серьезное сопротивление, да, и если бы в первую ночь просто разогнали силовики всех протестующих, и не было вот этой мужской составляющей, то, скорее всего, во второй день уже бы могло быть просто ничего не быть, и, то есть, было бы как всегда. То есть, ну, вот этим, в свою очередь, как бы разбивается стереотип, что белорусы, они такие милые люди, всегда во всем мирные, такой коллективный драник, значит, на который приятно смотреть и который приятно трогать. И продолжение этой же темы, вот уничтожение стереотипа, кстати, вот такой нашей всеобщей милости, значит, такой мимимишности, да, это вот момент, опять же, то, что говорилось здесь до этого, что совершенно неожиданная жестокость и неадекватность силовиков, да, потому что, как бы мы не хотели, эти силовики — это тоже белорусы. Это тоже белорусы. Я совсем недавно была... Да, это мы. Да, это мы. А совсем недавно, еще относительно недавно, была острая очень дискуссия в Литве по поводу выхода книги о зверствах литовских полицаев, да. То есть для каждого общества это больной момент, когда мы обнаруживаем, что рядом и среди нас есть люди, которые могут вот такое вот творить. И вот мы как бы в этом смысле сейчас увидели, что мы мало чем от других отличаемся, хотя тема там зверств полицаев в Беларуси, например, тех же самых, она не очень раскрыта, например. У нас нет этого в коллективном нашем сознании. Мы об этом не думаем и не сильно, опять же, заморачиваемся, опять-таки, по той простой привычке, что мы привыкли, что мы такие милые, значит, улыбчивые и хорошие, да. А оказывается, вот это вот все есть, и понимание того, что мы какое-то исключение, это скорее вот тоже стереотип, который тоже разбился. Вот и о действии силовиков, и о том, что у нас оказалось, что есть кому... в общем, им противостоять, и есть в обществе определенная, так сказать, энергетика для этого. Поэтому, как бы, мы, вот опять же, просто возвращаясь к тому, что говорил в своей первой части, мы сейчас, когда вот анализируем все эти вещи, мы видим, что одна буквально накладывается на другую. И женский протест, который вроде бы нас гуманизирует и характеризует с лучшей стороны, идет просто параллельно, бок о бок, с такими достаточно жесткими и болезненными для нас, как общество, вещами, которые еще надо переживать и переосмысливать. Да, спасибо, Петр. Так, Вадим, ну, значит, Галина давно очень руку держит, и Валерия еще хотела, и Ольга,
и Валерий Иванович. Давайте, наверное, так, в порядке. Два часа тогда, может быть, там оперативно, чтобы, да, все успели. Спасибо, я постараюсь быть краткой. Насчет стереотипов, то, что вот замечаю, и вокруг чего идет, можно сказать, ну, нагнетание, вот это разделение общества со стороны властей. Всегда стереотип такой, что всегда протесты были связаны с оппозицией. И сейчас, а оппозиция в свое время всегда выступала вроде бы отделение от России. Я могу ошибаться, не так давно я, так сказать, в политике, но тем не менее, то, что сейчас слышно, протестное движение теперь настоящее, а вот, да, сегодня, оно тоже ассоциируется с оппозицией многими, используя это для конфронтации, для разделения общества, и говоря, что вот оппозиция, вот против России. У меня даже подруги мои из России, друзья, они пишут, только не, типа, только вы не выступаете против России. То есть вот эти лозунги такие звучат, что все протесты сейчас, все они направлены против России тоже. Это один такой вот, чем манипулируют они. И этот протест, ну вот такой стереотип работает. Флаги. Все время вот этот стереотип, что флаг бело-красно-белый флаг, он связан от БНР, все привозят этот стереотип, и было много крови, много умерло и так далее, и тому подобное. И вот на этом тоже они работают, на этом стереотипе разделения тоже граждан, на красных и на белых, как говорится. И вот что, как этот стереотип разваливается сейчас, вы знаете, очень порадовало, что выходили на митинги, были люди и с официальными флагами теперешними. И было много, вот сейчас сегодня я нашла там подборку фотографий тоже хороших, там Владимир Ценкер тоже нарисовал флаг, то есть вот этот стереотип работает, но он вроде как рушится, такой стереотип, что вот разделение по флагам, по признаку, кто люди, как они, где объединяются. Один из стереотипов, который вот тоже озвучивали, что сейчас очень много идет на местных регионов, и даже успехи больше на местном регионе. Есть стереотип, что все шло, особенно у нас в авторитарном государстве, идет, шли, все указания идут сверху, и все смотрели на Минск. И тем не менее успехов, вот Гродно, по-моему, там в Витебске тоже я что-то читала, мэр выступил так достаточно лояльно относительно ситуации, там какие-то были еще маленькие такие успехи, не могу точно вспомнить. Но это работает, вот этот стереотип, он, собственно, поддерживается, его надо рушить, короче говоря. Я не знаю, кем он поддерживается, мы сами так иногда мыслим, что вот надо в Минске бить и работать только с Лукашенко. А фактически можно работать с малыми группами. Такой есть политолог известный, вы знаете, Дэвид Эптер, который он, поскольку я там изучала вопросы диалога, так он говорил, что работать диалог лучше происходит в малых группах и в местных регионах. Местные регионы, они все вместе, им там сложнее увильнуть друг от друга. Там, как мы говорили в прошлые разы, что может быть, так сказать, гражданское порицание, если кто-то не прав. Вот этот стереотип, он, в общем-то, мы видим, что он рушится, что все идет из центра, а регионы только, типа, исполняют указивку. Он, в общем-то, рушится. И здесь, мне кажется, такой потенциал есть поддерживать такие вещи. И насчет партизанского движения, партизаны-белорусы, я бы сказала, что надо даже лучше работать, как партизаны. Я знаете, что это, я думаю, насчет северинцев, что его не выпустили. Просто, ну, так случилось, что я послушала интервью Анны Северинец, там она давала, не помню кому, ну, известному. Но самое главное, что она сказала, там задали вопрос. Вот нету лидера, опять же, стереотип лидера в протестном движении, что нету лидера, и вот Павел мог бы это возглавить. И она тут же сказала, что да, вот он выйдет, и все. На завтра его, извините, закрывают и продолжают ему, так сказать. Здесь, мне кажется, всегда есть такое вот, осведомлен, значит вооружен. Как только протестное движение или там все эти протестующие или их лидеры что-то озвучивают, власти тут же работают на опережение. Какие-то вещи все-таки надо быть больше партизанами, на мой взгляд. Да, будем партизанами, Галина, спасибо. Давайте тогда, да, спасибо. Идем дальше, да, потому что было еще много рук. Антон, напомни, кто еще был, помню, да, Валерий Иванович. Да, Валерия, давай Валерия тогда, Валерия, да. Ольга. Да, у меня очень короткое замечание, но перед ним я хотела бы попросить всех наших гостей подключать микрофоны. У кого-то сильно фонит.
Ну, я думаю, в принципе, все, кто сейчас не говорят, можно быть вполне микрофон включать. Да, включайте микрофон, когда собираетесь говорить. Мне кажется, так будет просто несколько, ну, удобнее и, ну, неприятнее. Ну, это всем помогает, да. Уши у нас всех свои. Вот, я хотела в развитии вот дополнить вот мой личный стереотип, и не только, я думаю, что вот наше государство авторитарное, оно же патерналистское. Оно фактически вот централизовано, занимается перераспределением и раздачей благ сверху донизу. И что мы увидели во время ковида и во время особенной избирательной кампании и после избирательной кампании или ее продолжения, даже не знаем мы, на самом деле она идет или она завершилась, или она все еще идет, похоже, что она все еще идет. Так вот, благодаря очень-очень многим свидетельствам, которые мы слышали и во время подписной революции, и во время митингов, и, собственно, на практическом опыте убедились, и в этих листовках рабочих, авторитарное государство является паразитом фактически. Оно само буквально является надстройкой над деятельностью и творчеством людей. Люди делают все сами. И авторитарное государство занимается только тем, что присваивает себе плоды их труда. Вот что я увидела. И готова передать слово дальше. Валерий Иванович, по-моему, так? Нет. Ольга Дрындова. Потом Валерий Иванович. Оля, привет. Спасибо большое, да, добрый день. Очень рада всех снова видеть после перерыва. Я, к сожалению, пропустила достаточно большую часть дискуссии, и я бы хотела задать вопрос очень конкретно, он не про стереотип, но хотя, может быть, и про него, но просто этот вопрос, извините, если вы уже обсудили это очень важный вопрос, который мне в том числе здесь вот коллеги на Западе очень часто задают, про вот этот nation building, который все якобы сейчас наблюдают. То есть про это уже пишут статьи, и уже в экспертной среде, и в белорусской, я уже видела статьи на английском и на немецком о том, что это не просто протестный протест, ну, то есть протестное движение, да, а оно как бы превращается вроде как у нас на глазах в какое-то вот, ну, национальное строительство. Это очень интересно наблюдать, потому что когда вот только зарождались эти протесты, да, вот если мы вспомним там людей, говорящих с Тихановским по регионам, да, то есть то, что говорили люди тогда в очередях, когда подписывали за альтернативных кандидатов, ну и все те протесты, которые мы наблюдали в Беларуси в последнее время, там Брест, движение матерей, все такое. Все-таки это больше было скорее что-то такое социально-экономическое, людей, не, ну и тот же этот самый в 17-м году. Тунеядские протесты, ты имеешь в виду? Да? Я имею в виду, нет, закон о тунеядцах, да. Ну, тунеядские протесты. Да. Там был элемент экономический везде, и там был элемент, да, то есть люди недовольны властью, людей мало денег, ну и люди были унижены, да, унижены этим вот... тунеядством, унижены во время пандемии, унижены 80% там, переписанным Лукашенко и так далее. Но все-таки это как-то не сразу было очевидно, что национальный элемент в этом есть. Даже в самом начале на митингах Тихановской, вот бел-червоно-белые стяги, я помню, еще шла такая дискуссия, вообще идти ли туда с ними, чтобы, не дай бог, не разделить вот общество на вот этих оппозиционеров и всех остальных, которые вроде как только что консолидировались вокруг слогана «все, кроме одного». А в конце, то есть буквально за пару недель, все митинги просто буквально были, ну, заполнены бел-червоно-белыми флагами, что мы увидели после выборов, ну, что рабочие НТЗ и так далее, кричащие «Живи Беларусь!». То есть это все прекрасная картинка, я понимаю одушевление людей всем этим, но я задаю себе вопрос, ведь условный рабочий МТЗ, кричащий «Живи Беларусь!» и условный, не знаю, Губаревич, кричащий «Живи Беларусь!» это ведь люди вкладывают абсолютно разный смысл вот в эту фразу, в этот флаг, вкладывают ли вот новые рабочие какой-то смысл в этот флаг, или это для них сейчас просто символ вот этого вот протестного движения, то есть насколько вы видите вот эту национальную составляющую, насколько она для вас sustainable, как бы долго как Благоиграющий, да. Стоящий, да. Ну да, если можно, тогда просто я начну, да, ответ, уж как
Вот как культуролог, действительно, еще очень спасибо за этот вопрос, потому что, кажется, очень действительно важная сейчас тема затронула. Конечно, было бы наивно верить, что вот там для всех, кто сегодня там кричит «Живи Беларусь!» и несет БЧБ флаги, что для них это значит то же самое, что там условно для, не знаю, там, для Губаревича или для Северинца. Понятно, что люди, конечно, в принципе, находятся на, там, на разном как бы, понимании того, что для них есть эта идентичность, как они, что они в это вкладывают. И мне кажется, кстати, это характерно не только для белорусского общества сейчас, но и для разных обществ в целом. Наверное, там, какой-нибудь, условно, там, немецкие, не знаю, рабочие немецкие интеллигенты, они тоже как-то по-разному национальные вопросы для себя осмысляют, что, в общем, не мешает им при этом быть однозначно единой нацией. Мне кажется, действительно важно, ну, конечно, с одной стороны, не впадать в эйфорию и не думать, что вот то, что сейчас произошло, это все уже, значит, мы готовы, сформировали там, нацию, все, что мы долго ждали, вот уже сразу случилось. Конечно, нет. Ну и в то же время очень важно не забывать и вот не недооценивать эти достижения, потому что, конечно, еще предстоит огромная, как мне кажется, работа там, для гражданского общества во многом, повод наполнению ценностному тех символов и того, что сейчас широко распространяется в обществе, потому что, я думаю, через какое-то время все эти люди тоже начнут интересоваться, а что это за символы, а что это за лозунги, а когда это возникло, а что же мы такая вот, люди ощутили единство, но еще не до конца понимают, в чем же оно заключается. И вот это единство, его, конечно, еще предстоит и осмыслять, и думать над этим. И, конечно, это будет долгий процесс, но мне кажется, здесь просто есть какие-то ключевые вещи. Например, вот уже несколько раз действительно поднимался вопрос флагов. И да, как и Галина в том числе упоминала, да, были люди с красными зелеными флагами. Я вот лично сам вчера с удовольствием фиксировал там человека, который вообще у него даже на одной удочке были оба флага надеты. Это все замечательно и хорошо показывает обществу, что, в общем, никого тут не разделяют и никого ни за какой флаг тут не побила толпа. Но в то же время, ну, как бы, однозначно это сказать, конечно, нет такого, что вот там пришло, не знаю, 50 на 50 БЧБ или красно-зеленый. Нет, как бы протест однозначно бело-красно-белый, и оказалось, что даже те белорусы, которые, может быть, не считали для себя всегда бело-красно-белый флаг своим символом, оказалось, что когда надо протестовать, белорусы прекрасно знают, какие флаги и лозунги у протестов. Это может быть тоже такая, да, партизанщина, которую оказалось все знали. И вот если в «Игре престолов» только таргариены наивно думали, что все там ткут их флаги и про это думают, а у белорусов оказалось у протестующих, правда, в нужный момент достаточное количество БЧБ флагов, как бы это не только было надеждой. Да, Валерий Иванович, Анатолий, и, может быть, кто-то еще по этой теме, по идентичности тоже захочет высказаться, я, конечно, с удовольствием тоже послушаю. Можно говорить, да? Да, добрый вечер. Пожалуйста. Добрый вечер всем. Я по поводу стереотипов. Ну вот вы знаете, вот этот стереотип, что Беларусь – патриархальная страна. Не кажется ли вам, что этот стереотип был с самого начала именно стереотипом? Потому что, ну какая Беларусь – патриархальная страна? Беларусь – не религиозная страна. Беларусь – страна, прошедшая этап индустриализации, традиционного общества, практически ничего не осталось. И смотрите, вот такой показатель. Беларусь – один из мировых лидеров по количеству разводов. Где-то свыше 40% браков в Беларуси распадаются. Это очень важный признак, скажем так, самостоятельности женщин. И это очень важный признак того, что Беларусь, ну, совсем не патриархальное общество. А второй стереотип, вот Анатолий сказал, что разрушен стереотип о необходимости единого кандидата. Как на мой взгляд, избирательная кампания подтвердила как раз, что общество хотело единого кандидата. И когда так оказалось, что главные фавориты на этот статус Тихановский, Бабарико, Цыпкало, просто их убрали, общество просто взяло и вынесло Светлану Тихановскую на статус единого кандидата. Причем при ее сопротивлении, насколько, так сказать, было очевидно, что только кандидат, который объединит весь протестный потенциал, может победить Лукашенко. Поэтому выборы подтвердили
ту версию, что единый кандидат – это первое важное условие для победы над авторитарным лидером в авторитарном государстве. Спасибо, Валерий Иванович. Да, после ваших слов про разводы я вспомнил старую шутку про то, что однополые семьи – это очень наши традиционные вещи, но все выращены мамой и бабушкой. Это нормально. Кто еще поднимал руку? Анатолий, да? Да, микрофон нам нужен. Да, включил микрофон. Вижу тут, во-первых, завязался спор о том, нужен ли опять или нет единый кандидат. Да, не разрушен стереотип. А вот я думаю, это чепуха, не нужен. Нафиг он нужен. Аргументировать дальше не буду, могу об этом как бы рассказать очень долго. Во-вторых, значит, формирование нации. Кратко. Я помню об этом статьи в 2006-2010 году и так далее. Они время от времени появляются после каких-то акций протеста. Я думаю, что вот это строительство нации – это долгострой. Это стройка, которая никогда не закончится. Вот. И поэтому, ну да, мы можем как бы добавлять какие-то новые аргументы в пользу того, что она формируется, и эти аргументы будут иметь вес, но это строительство нации – вещь такая, которая, повторюсь, никогда не заканчивается, и более того, нация как-то меняется, она адаптируется к новым обстоятельствам. Вот замечание. Ну так, полностью с тобой, конечно, согласен. Я бы сказал, строительство нации заканчивается только если это мертвая нация. Как мы там, не знаю, про древних греков все как бы закончилось их формирование, это уже другие какие-то нации. Ну, насчет единого кандидата, вы знаете, был эпизод в борьбе за независимость Соединенных Штатов против Британии, когда пленные американские солдаты, их допрашивали британцы, говорили, мы хоть за королеву воюем, вы-то за кого? Так вот, я понимаю, что Валерий говорит о том, что нужно тело короля. Но можно и без него, на самом деле. Поймите, это ведь очень просто понимается на примере нашей революции. Может быть, Бабарико, мы меняем его на кого-то еще, на Тихановскую, Тихановскую на кого-то еще, на безумный координационный совет. Какая разница? Более того, я читал последние тексты о том, что, в принципе, в малых странах парламентская демократия, она более эффективна. Это значит, что без тела короля. Ну, вы подтверждаете мою версию. Помните эту историю про жену Сергея Николюка? То есть главное, бренд на человека повесить, а фамилия действительно не важна. Возможно, у нас даже не спор. Возможно, да. Это как бы разное понимание. Ну да, мне кажется, вы совершенно говорите об одном. То есть о том, что, в общем-то, единый кандидат народу нужен, а кто ему будет и как он будет выбран, вообще не принципиально. Это происходит иногда совершенно спонтанно. И из этого длинная праймарис не обязательно. Это сложные ситуации. Разные аспекты ситуации, да. Когда он нужен реально, его народ быстренько выбирает, вот да, и Тихановскую, ну, значит, при да, некотором, как сразу справедливо отметил Валерий Иванович, такое некотором сопротивлении, не без этого. Да. Вадим, ну, у нас остается 15 минут, просто еще один вопрос, насколько я понимаю. Ну да, мы отлично уходим в дискуссию такую живую, тоже хорошо. Друзья, что касается дальнейшего нашего плана, у нас, очевидно, нет на него времени. Ну, как-то ясно было с самого начала, что переполненные впечатлениями, мы, очевидно, не двинемся дальше. Я прошу тех, кто готов что-то сказать очень быстро по поводу дальнейших действий, какие-то особенно такие мысли, которые, может, и не встречались или встречались, коротко сформулированные, пожалуйста, выскажитесь. Петр, я вижу. Да, взял Петра руку, давайте продолжать. Можно говорить? Я почему напросился первым? Дело в том, что у меня нет ответа на этот вопрос. Поэтому я такие краткие рекомендации стейкхолдерам. Значит, менты, сдавайтесь. Протестующие, будьте оригинальны, изобретательны и продолжайте все это. Все. Кратко и емко. Спасибо большое, да.
Петр Кузнецов. Кратко и быстро, значит, хочу сказать, что, во-первых, надо продолжать делать то, что делается сейчас, потому что коридор возможных действий для общества сейчас очень узок. Угроза возобновления насилия существует. Лукашенко показывает, что он, ну, в общем-то, на другие методы не способен. Вместе с тем, как бы, система, она уже трещит по швам, просто под давлением, под психологическим давлением этих протестов. То есть первое, что надо делать, это надо продолжать делать то, что делается сейчас. И второй важный момент, который, ну, я хотел бы сказать, вот Координационный совет сегодня объявил, призвал всех белорусов отзывать своих депутатов из парламента, из местных советов и прочее, и прочее. Вот я лично считаю, что это большая ошибка, потому что их не надо было бы сейчас отзывать, на них надо было бы сейчас давить, чтобы они на уровне парламента, какой бы он у нас ни был, значит, инициировали пересмотр президентских выборов. Потому что это все-таки орган, у которого есть полномочия объявлять избирательные кампании. Они, конечно, там все марионетки, но все равно, прежде чем их отзывать, их можно было бы хотя бы поставить перед выбором. Либо вы уходите, либо вы выполняете волю избирателей. А вот это могло бы быть такое сейчас осмысленное политическое действие. Спасибо, Петр. Если у нас еще поднятые руки, Антон. Может, Петр Рудковский, как спикер, да, что-то? Да, я хотел бы так на... уже, поскольку к завершению мы идем, одну такую важную ремарку, важную рефлексию, что определенный успех этого года, успех гражданского общества, демократических сил, белорусского народа, он есть. Я думаю, что никто внутри и извне не может этого отрицать. И я считаю, что почему этот успех стал возможным? Что белорусы и лидеры, и не лидеры отошли от очень плохой парадигмы. Парадигмы готовых рецептов, парадигмы установки на панацею. То, что, например, выйдет 100 тысяч человек, будет освобождение. Или появится единый кандидат, будет освобождение. Или там будет забастовка, масштабная забастовка, будет освобождение. Нет панацеи. Но есть панацея на вечное существование режима. Это ничего не делание и ожидание на волшебную палочку. Вот если ожидать на волшебную палочку или сделать установку на одну единственную какую-то панацею, да, тогда режим, он даже в 23-24 веке будет вполне хорошо существовать. Люди поверили в силу и действенность, эффективность малых шагов. Делаем то, что мы можем, без гарантии успеха. И вот когда действительно эта ментальность начала распространяться, благодаря и Бабарико, который вот эту философию транслировал, благодаря этому объединенному штабу, тогда действительно эффект очень ощутимый, очень виден. Другая вещь, то, что в ближайшее время, скорее всего, не наступит радикальных перемен. Но если будем действовать согласно вот этой философии, что делаем то, что можем, даже если это центы, даже если это копейки, копейка в копейку делает, рубль делает потом миллион. И из этого действительно может не в течение месяцев, но в течение года, полтора, двух, трех лет. Это тоже будет хороший успех, если, может быть, не сразу, но все-таки получится перейти к реальной демократии. Но этот рецепт состоит в том, что ценить вот эту философию малых шагов. Дякую, Петр. Еще Андрей Лаврухин пишет, тоже очень кратко мог бы сказать.
По слову тоже хотела бы сказать еще. Uh-huh. Да. Ну, я хотел бы сказать, что, значит, мне кажется, здесь важно удерживать рамку взаимодействия двух, значит, таких движений протестных. Первое связано с политическими требованиями. Они действительно совершенно верно являются, задают масштаб, и, в принципе, это та сила, та притязание, та планка, которая должна сохраняться. Ни один из пунктов не выполнен, и это не должно как-то, да, без, так сказать, вот в наших благодушных там и радостных настроениях реальность отсутствия достижений по этим максимальным, глобальным, как говорили, рабочие пунктам, это первое. Но второе, очень важное, вот эта готовность к каким-то компромиссам со стороны власти, если вот эта переговорная или иная какая-то площадка начнет, КС или какая-то другая начнет работать, крайне важно достигать каких-то результатов на менее глобальном уровне, да? Чтобы это были какие-то пространства свободы, достигнуто и расширено по возможности. Да? И еще лучше институализовано каким-то образом. Ну вот я, например, говорю на конкретном примере с образованием, если будут даны послабления и более благоприятные условия для создания частных школ, если будет, да, института репетиторство и свобода в плане, вот, значит, индивидуализации образования и так далее. Это будет уже очень важное, большое достижение, которое с нами и останется, да, то есть, которое мы будем понимать как наше достижение. Если их не будет напротив, и мы все уйдем вот в этот, значит, нереализуемый сценарий больших глобальных протестов за глобальные вопросы, и мы их не достигнем, наше разочарование может вогнать общество в депрессию, которая, в общем, ничего хорошего не принесет. Вот. Надеемся, что обойдемся без депрессии. Галина, давайте только кратко, пожалуйста, если можно. Да, и Анатолий. Я буду самой краткой из последних выступающих, обещаю. Смотрите, чего вчера не хватало на площади. Мы сказали, что лидеров нет, народ лидер. Но люди все равно хотят вокруг чего-то объединяться. И затронули лозунг «Живе Беларусь». Этим лозунгом может манипулировать даже власть, потому что Беларусь, она живет. Каждый вкладывает свой смысл в этот лозунг. То есть «Живе Беларусь» — это не лозунг для протестного движения, для продолжения, на мой взгляд. Но вчера не хватало реальных лозунгов. То, что вот Андрей говорит, именно политические требования. За что люди выступают? И причем не протестовать против лучше всего. Вчера тоже это услышала среди людей простых. А за что? Вышли протесты за что? Ну, это вот я коснулась насчет лозунгов, когда все замолкали, и непонятно было, а дальше что делать. И тут звучат песни военных лет, а люди не знают, что это за песни. Мне приходилось там им говорить, но неважно. Следующий вопрос — это насчет... Вы обещали быть краткой. Диалога, что? Вы обещали быть краткой. Да, ну, Вадим, ты меня задерживаешь. Короче говоря, получается, что диалог в малых группах. Мы говорим о маленьких шагах и ожидаем, что вот Лукашенко пойдет на большой диалог прямо сразу. Получается, что он идет, и я согласна, что выходить, возможно, на уровне министерств, на уровне всевозможных других, на уровне парламента, на уровне судов, прокуратуры, специалистам, чтобы именно маленькими шагами достигать, ну, своих каких-то вопросов решать. И, возможно, тогда это будет раскол элит, уже властной элиты. Все, спасибо. Ну, спасибо. Я вспомнил, если говорить о конкретных политических лозунгах, вспоминаю вчерашний лозунг Лукашенко в автозак. Очень краткое и очень конкретное, по-моему, политическое требование выражено. Спасибо, да. Как он сработает, так сказать? Нет, это уже, да. Анатолий, по-моему, рука была, да? Может, еще у кого-то, не знаю. Может, еще у кого-то, Антон? У меня еще один маленький, и все. Mm-hmm. Ну, я, может, и буду завершать, или ты кто? Mm-hmm. Ну, давай тогда, раз Анатолий еще хотел, ты просто хочешь завершать, тогда, Анатолий, давай. Да, я хотел бы сказать, что на самом деле изменения, которые происходят, они по-своему необратимы, и в том плане, что даже если мы не придумаем позитивных лозунгов и поднимем ручки и сдадимся, машину не остановить уже. То есть она уже несется на всем ходу, и машина называется «История». Она над всеми, над нами подшутит еще.
Поэтому прогнозы здесь, может быть, не очень как-то действительно стимулируют общественную дискуссию. А смысл в том, что все равно происходит процесс дисперсии власти. Вот. Она сейчас переходит, видимо, на более низовые уровни, он там бегает с автоматом, а местные столоначальники, они как-то пытаются встроиться в новую ситуацию и не знают, как им в реальности поступать. Что касается позитивных лозунгов, позитивной программы, это, видимо, время еще наступит для этого, но оно еще не наступило. Вот так бы я хотел завершить. Так. Спасибо, Анатолий. Ну что, кто-то еще хотел бы добавить, или Валерия как-то хотела напоследок? Да, я хотела бы чуть-чуть вот по поводу развития паразитарного характера этого авторитарного государства сказать, что именно здесь, вот смотрите, оно видит, что в принципе само оно выражено в административных зданиях, которые протестующие почему-то должны хотеть захватить, хотя что там кроме чиновников и пыльных бумаг вообще имеется. Какие-то символы вот там как-то обороняется, и фактически все, что оно делает, оно обороняется административные здания. Где-то в одном из этих зданий находится кнопка перезагрузки, релоу. Да, словно в них и что-то такое находится. И мне кажется, что здесь один из возможных, или не один, конечно, а множество возможных потенциальных путей – это отказ от подпитывания своим трудом, своей инициативой, вот этого вот подчинения этим административным зданиям. Это может быть и в образовании реализовано, ну просто отказом писать эти планы и сдавать отчеты. Это может быть реализовано и в производстве, потому что вся власть вот этих административных зданий состоит в контроле над документооборотом. Ну да, вот сейчас... Спасибо. Ты сейчас добавила про административное здание, и, конечно, тоже очень важный момент такой зафиксировать. Это вот то, как вчерашние новости, значит, про якобы несостоявшееся, значит, взятие достояния независимости, насколько отражают архаичный характер власти. То есть, ну, понятно, что власть, конечно, совершенно просто выдала свои собственные фобии, никак не основанные, никто совершенно не собирался брать дворец независимости, кому он нужен. И, ну, по-моему, скорее наоборот, мы видим, особенно в регионах, когда люди выходят протестовать на площадь, их местный исполком зовет, мол, давай сейчас пойдем в актовый зал, в здание, как бы в наш старый формат, давайте там поговорим. Люди говорят, не-не-не, нам не надо, в ваше здание, мы не хотим даже по приглашению, давайте вот здесь на площади поговорим. Захватывать улицу гораздо интереснее и красивее, чем захватывать какие-то, да, административные здания. Это архаичность власти, она, как правильно сказал Анатолий, это вот такой каток неизбежной истории, которая архаичная, она отмирает иногда просто потому, что становится слишком архаичной. Ну что, тогда выглядит так, как будто мы на такой позитивной ноте можем потихоньку завершать. Нет, не потихоньку, прям завершай. Прямо завершать тогда. Спасибо всем за участие. Был очень рад снова всех видеть после этого выбранного перерыва. Спасибо всем за комментарии, за наше обсуждение Girls Power and Boys Power. Спасибо еще раз всем и до новых встреч. Я думаю, нам еще осталось много чего, что обсудить и про будущее, и про планы, и про достижения. Поэтому еще, как всегда, тем для разговоров много. Следите за анонсами. И мы надеемся друг для друга, что их станет еще намного больше, этих тем для разговора. Да, все. Огромное спасибо. Всем пока. Всем спасибо. Всем всего хорошего.